Цього тижня міжнародний день спорту. Сьогодні у твоєму ранку чому м'яч овальний? Харківські школярі грають у регбі та перемагають. Гід по цьому виду спорту для тих, хто не зовсім розуміється, та для тих, хто хоче розібратися. Про це ми будемо говорити із гостями, які завітали до нас так рано, вже о 7:40. Представляю вам, це Віталій Тука, тренер команди 163-ї гімназії. Також з нами Богдан Яковлев, кращий бомбардир ліги, Віталій Петля, капітан команди, Геннадій Вепрек, президент Федерації регбі-ліг Харківської області, головний тренер збірної України з регбі-ліг, і Роман Бихов, президент Федерації регбі Харківської області, суддя міжнародної категорії. Здається, нічого не переплутала, нічого не забула. Доброго ранку, шановні гості, дякую, що до нас прийшли. Ну, давайте розбиратися у такому виді спорту, як регбі. Ну, можливо, я ж кажу, для тих, хто щойно для себе там відкриває, або якось хоче там трохи зрозуміти, що це таке, тобто, які існують правила, давайте, і чи існують, наприклад, такі силові прийоми, як у хокеї. Ну, давайте розпочинати з цього. Ну, конечно, начнем с того, что регби – это вид спорта для настоящих мужчин, хотя в последнее время в регби играют и женщины. Ничего в этом страшного нет, потому что правила там ограничивают моменты там, травматизма и так далее. Но нужно быть достаточно мужественным, сильным, быстрым, ловким. В общем, регби – это игра, которая имеет массу составляющих факторов. Регбисты тренируются как в залах бокса, в залах борьбы, легкая атлетика здесь совершенно не лишняя, плюс работа с мячом. Ну, игровики – это вообще короли спорта. Вот игровые виды спорта – это короли всех видов спорта, потому что одно дело работать индивидуально, там бегать 100 метров, либо еще какой-то вот отдельный вид индивидуальный. Регби – это командный вид, и поэтому здесь сразу и вопросы коммуникации, потому что в команде, где на поле там 15-13 человек, просто существуют разные виды регби. Регби 7, регби лиг, регби 13, регби 15. Но это все от количества игроков на поле. А вот регби – это как раз та игра, которая дает ребенку, дает мужчине, юноше и воспитание, потому что здесь нужно уважать соперника, дает мужественность. Вот люди, которые, ну, просто если проводить аналогии с футболом, то в футболе там мимо пробежал, ветер подул, он упал и лежит полчаса, плачет, чему они потом учат и детей. Вот я смотрю на детей, которые занимаются футболом, они именно копируют. Вот у нас там есть Неймар, футболист, они все хотят быть как Неймар, но при этом они берут самое плохое. Они вот то, что легче всего брать. В регби такого нет, не было и не будет. Потому что там человек весь в крови, с поломанным носом, с оторванным ухом, но его с поля не выгнать. Вот этим и отличается этот вид спорта, что люди очень мощные, мужественные и очень желающие играть и быть постоянно на поле, даже там получив повреждения. Скільки ігроків грають у команді, і от чи може, наприклад, спортсмена видалити з поля? Я думаю, що давайте підключати усіх. Да, ми підключимо зараз Романа Олеговича. Він суддя міжнародної категорії. Він судить матчі Суперліги по регбі-ліг, це регбі 13, і обслуживає матчі там школьної ліги. Він, я думаю, ну, давайте в двох словах почнемо со взрослого регбі, да, а потім перейдемо к детскому. Во взрослом регби, детское регби, вот регби 5, тут школьная регбийная лига в Харькове, это, в принципе, проект двух федераций. Это федерация регби и федерация регби-лиг Украины. И, соответственно, федерация регби и регби-лиг Харьковской области, совместный проект. И эти два вида спорта представлены там такими играми, как регби 7, регби 9, регби 13, регби 15. Все это немножко в регби 9, регби 13, регби 15, регби 7, там немножко отличаются, ну, отличаются правила, да, и количество игроков на поле. Но в целом игроки взаимозаменяемы, то есть игроки команд регби 13 и регби 9 играют в регби 15 и в регби 7, причем регби 7 является олимпийским видом спорта. То же самое игроки из регби юнион играют в регби лиг. Регби 5 отличается тем, что это менее контактный, менее травматичный аналог, да, то есть дети до 13 лет уже занимаются. Сказать, он совсем не контактный. Да, он не травматичный, да, то есть там исключен контакт, контакт заменен, то есть если вы видели игры по взрослому регби, да, там игрок берет другого игрока в захват, то тут захват заменяется срывом лент.
То есть динамика остается, техника паса передачи остается, но исключен вот силовой момент захвата, соответственно, и падение она, потому что игры по регби 5 проводятся в залах с твердым, ну, естественно, твердое покрытие, исключен элемент падения, захвата. Если эти игры проводить, опять же, даже детские на хотя бы даже на искусственном или натуральном газоне летом играть, то по большому счету там травматизма у дітей не буде. Поэтому вот как-то так. Давайте говорити про шкільну лігу і про тренування. Саме хочеться до тренера звернутися. Розкажіть, будь ласка, про систему тренувань саме от школярів і скільки ви у цьому спорті, скільки ви цим займаєтеся? Ми займаємось з першого нашого турніру. 8 років назад ми почали за допомогою Інана Олексійовича Вєприка, ми почали займатися цим. Ну, дети постоянно меняются, потому что возраст. Поэтому уже те, которые начинали, уже закончили. И смена поколения постоянно идет. Моя задача как тренера увидеть в детях самое главное, раскрыть в них талант к игровым видам спорта, в частности, регби. Ну, я хочу сказать, что после регби они у меня играют и в футбол, и в баскетбол, и гандбол, ну, любые виды спорта. Регби развивает скорость, силу, коллективную игру, умение думать на площадке. За счет этого дети как, ну, как в физическом плане, так и в интеллектуальном развиваются этой, ну, спасибо этой игре. А чому, до речі, от ми проанонсували, чому м'яч саме овальний? Ну, тобто така специфіка. Чому потрібна саме така форма для регби? Ну, это потому, что они же играют руками, и удобнее мяч ловить, дальше кинуть. Ну, удобно для фиксирования в руках, мяча, да. То есть руками баскетбольный мяч на 30 метров не кинешь, а регбийный... Это еще это уже... пошло, я чуть-чуть мешаюсь, пошло еще со времен, когда только образовался такой вид спорта, потому что изначально это был футбол. И потом в городе регби был матч двух команд по футболу. И вот один из игроков почему-то решил, что можно взять мяч и понес его и занес там. Все с экспериментов начинается, так? И понравилось. И в итоге получился вид спорта. Регби-то он назвался, потому что это было в городе регби в Англии. И постепенно так и отошло. Но там традиция овального мяча, она, в общем-то, такая банальная. Раньше овальные мячи делались из мочевых пузырей животных, в частности, там, свиней, да? И он изначально имел вот овальную форму, когда Джилберт там придумал этот мяч для регби, потому что образовался новый вид спорта, нужно было снабжать их мячами. Вот постепенно он такую форму и принял. Но сейчас уже над этим поработали там конструкторы, наука, и все-таки круглый мяч отдавать на, там, на 30 метров передачи иногда бывает. Там, все-таки овальный, он летит, вращаясь, и быстрее долетает до партнера. И поэтому постепенно пришли к этой форме овального мяча. Ну и плюс это отличие от игр с круглым мячом. С овальными же мячами играют во что? В регби и в американский футбол. Ну, американский футбол, это уже производная пошла от регби. Там американцы придумали, сделали шоу и так далее. Мы играем в регби. И я думаю, что надо задать вопрос ребятам. Ну, поспілкуємось так уже. Мне кажется, что им нравится эта игра. Ну, скажите, чи справді це так? Чому займаєтеся регби? И ваша спортивна мета саме у цьому виді спорту? Мені подобається регбі, тому що це розвиває спритність, скорість та виносливість. І мені дуже подобається цей спорт, тому що я планую далі займатися регбі. А чим займалися до цього? Чи вже з самого дитинства, з самого там початку займалися? До цього я займався футболом. Та, і все. Ну, тобто це та трансформація, про яку ми говорили, що, наприклад, із регбі можна піти в інший вид спорту і точно так же, так само з футболу. Да. Питання до вас те саме, чому цей вид спорту, що для себе бачите далі? Тобто у цьому виді спорту, я бачу, ви тримаєте нагороду. Так. Розкажіть про неї. Ця нагорода є нагородою за те, що я став найкращим бомбардиром
цьому турнірі. Я заніс 205 м'ячів, та цей вид спорту регбі, він розвиває ловкість, виносливість. Це командний вид спорту, і ти становишся як гравець в команді. Ти відчуваєш, що ти потрібен цій команді, та що ти хочеш більше і більше забирати нагород в цій команді. Скільки часу ви тренувались до того, як взяти участь, наприклад, у шкільній регбійній лігі? Скільки часу взагалі потрібно тренуватися? Два роки, так? Да? Два роки, щоб дійти до фіналу, потрібно було пройти путь. Ну, я отмечу, что вот команда 163-й гимназии у нас в прошлом году была чемпионом Харьковской школьной регбийной лиги. И в этом году, второй год подряд, ребята смогли, как говорится, отстоять этот титул. Богдан Яковлев у нас стал лучшим бомбардиром с рекордным показателем, 205 очков набрал. Такого еще не было. Если в прошлом году первое место среди бомбардиров был игрок там, из 172-й гимназии, у него было 95 очков, то у Богдана в этом году 205. Ну вот как раз то, что говорят ребята, это вот вопросы коммуникации. Да, они, может, чуть-чуть еще не проснулись, стесняются. Но мы же сделали школьную лигу. Ты не думай, все гаразд. Просто. На наш вообще вид спорта, как школьная лига, он был родоначальником. Сейчас в Харькове 11 школьных лиг по разным видам спорта. Вот мы были родоначальники. Мы уже 2 года играли в школьную лигу, и потом пришла идея сделать лиги, а оказывается, уже есть. Такая, и это были мы. И слава богу, что наш городской совет подхватил эту идею, и сейчас дети имеют возможность заниматься разными видами спорта, и это очень хорошо, такого нет нигде в других городах. Ну, а регби мы вот ввели в школьную программу, это благодаря там и департаменту образования, что они пошли на это, и нашему департаменту спорта. Наша-то задача какая? Приобщить детей к занятиям спортом. Мы не мечтаем о том, чтобы вот все, кто у нас играют, стали регбистами. Ну, у нас же играют и мальчики, и девочки, и у нас дети до 12 лет играют. Это как раз тот возраст, когда вот нужно уже определиться с выбором. Но не обязательно, что они все будут регбистами. Они могут продолжать в разных видах спорта, но они, занимаясь вот регби в школе, да, они получают возможность понять, что участие в соревнованиях – это очень хорошо, что за занятие спортом можно там получать призы, награды, и самое главное – это здоровье. Они развиваются, они получают удовольствие. Так что вот наша глобальная цель еще плюс ознакомление с тем, что есть игры не только с круглыми мячами. Вот до того, как они взяли в руки овальный мяч, они наверняка и не знали об этом, что есть овальные мячи, может, где-то слышали. Теперь они знают правила, они могут идти на стадион болеть. И, кстати, по поводу стадионов, я думаю, что Роман Олегович сейчас быстро проанонсирует. У нас уже немає часу, на жаль. Наступне змагання, дуже коротко, дата і час, коли це буде? Ну, из такого, из глобального, из того, что произойдет в Харькове. В двух словах. В двух словах, это женский чемпионат Европы по регби-7. Будут 12 топовых сборных. Это произойдет на стадионе «Динамо» 20-21 июля этого года. Я вам дуже дякую. Успіхів, перемог і лише руху вперед. Дякую, що сьогодні до нас прийшли.